Прежде всего, я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание на аргументы, которые поддерживают взгляд умеренного детерминизма и на соответствующую модель Божьего провидения. И первое, что я хотел бы упомянуть, это значение и важность текста, записанного в послании Ефесянам 1.11. Но все-таки позвольте мне начать разговор немного с другой стороны. Позвольте мне начать обсуждение этого вопроса с того, с чего начинают обсуждения сторонники общей суверенности. А именно, давайте начнем с разговора о свободе человека. Какой бы точки зрения вы ни придерживались, у вас должно быть некое представление о свободе человека и о божественном суверенитете. И часто кажется так, что сторонники модели общей суверенности начинают с разговора о свободе и затем уже переходят к разговору о суверенности, меняя взгляд на суверенность, подстраивая его под свое понимание свободной воли. С другой стороны, сторонники частной суверенности часто начинают с разговора о суверенности и затем переходят к разговору о свободной воле, меняя его, подстраивая его под свой взгляд на суверенность, согласует понимание свободы с пониманием суверенности. И истина в том, что и тем, и другим необходимо разбираться и со свободой, и с суверенностью, понять природу человеческих поступков с одной стороны и разобраться с божественной суверенностью с другой. Что ж, позвольте мне начать, во всяком случае, из уважения, и уж точно, не из-за отсутствия уважения, с того, с чего обычно начинают сторонники общей суверенности, а именно с разговора о свободной воле человека. И на самом деле, много тут не скажешь. Мало из того, что вы далее услышите, будет отличаться от того, что вы уже слышали, когда мы обсуждали позицию общей суверенности. И я думаю, те библейские тексты, которые используются для того, чтобы показать, что человек на самом деле свободен, и в самом деле учат о том, что люди свободны. И проблема, которую я вижу в позиции общей суверенности, состоит в том, что эта позиция предполагает, что Библия не только учит о том, что люди свободны, но и указывает на либертарную свободную волю как на единственно возможное. Что ж, в ответ на это хотелось бы сказать следующее. Прежде всего, нужно сказать о том, что Библия действительно учит, что люди свободны, но она не дает определения, о какой свободе идет речь. Поэтому представляется, что, обращаясь к текстам Писания, которые подразумевают наличие свободной воли у человека, мы не сможем определить, о какой свободе идет речь. Я понимаю, что сторонники либертарной свободной воли скажут, но ведь существует только одно понимание свободы. Поэтому модель общей суверенности должна быть верной. Но на это я хотел бы сказать вот что. Когда сторонники либертарной свободной воли утверждают, что раз люди свободны, то они имеют либертарную свободную волю, потому что это единственное существующее, так вот это под большим вопросом. Что ж, спор идет в первую очередь о том, свободны люди или нет, и уже затем, если они свободны, то что это за свобода? Предположить, что раз люди свободны, то они имеют либертарную свободную волю, мне представляется по меньшей мере неосновательно. Это утверждение строится на допущении, что мы все согласны с тем, что либертарная свободная воля единственно возможна. И многие сторонники либертарной свободы скажут, но зачем что-то еще доказывать? Разве здравый смысл не убеждает нас в том, что именно о такой свободе идет речь? Если кто-то свободен, его поступки не могут быть обусловлены внешними факторами.
И вот такой вопрос. Возможно ли, чтобы чьи-то поступки были обусловлены внешними факторами, и в то же время он оставался свободным? Сторонники либертарной свободной воли скажут «нет». А компатибилист скажет «да». Возможно ли выиграть этот спор, только лишь сказав «либертарная свободная воля – это единственно возможная свободная воля»? Конечно, нет. Нет. Но почему сторонники либертарной свободной воли этого не видят? Что ж, они считают, что компатибилизм — это не истинная свобода. И в чем же они видят проблему? Что их смущает? Что ж, они нам скажут, разве вы не видите, если поступки предопределены какими-то факторами, то это уже не свобода? Ну а почему же не свобода? Где доказательства? Что ж, доказательства, тут и так все очевидно, скажут они. Что ж, извините, для многих это совсем не очевидно. И это означает, что спор не может быть выигран, если кто-то дает определение свободы, которое ему нравится, при этом отметая все остальное, не принимая в расчет тех, кто дает другое определение. Ни одна из сторон не может победить в этом споре, просто представив свое понимание свободной воли и думая, что этого достаточно, что это не нуждается в аргументации. Это совсем не так. Есть большая разница. И, пожалуйста, поймите это. Это очень важно. Это важно в богословии, это важно в любой другой области науки. Понимайте разницу между заявлением о своей вере и аргументацией своей веры. Когда вы заявляете о своей вере, вы просто говорите, что вам кажется верным. Но когда вы приводите аргументы, свидетельства, и аргументы могут быть как логическими, так и фактологическими, но знаете, совсем другое сказать «я верю в это, потому что». Есть вот такое свидетельство и такое свидетельство. И все это подтверждает мою веру, что именно вот это верно. Что ж, все же есть сторонники либертарной свободной воли, которые скажут, «Ну разве вы не понимаете, сама идея о существовании компатибилизма невозможна?» А что вы имеете в виду под этим? И они скажут вам, что уже в определении компатибилизма содержится противоречие. Что ж, неужели тогда компатибилизм — это понятие, схожее с понятием «женатый холостяк» или «круглый квадрат»? Неужели это так? Да, они скажут. Именно так. Я думаю, есть сторонники либертарной свободной воли, которые так и думают. Они скажут, что каждый должен понимать, что если какой-то поступок предопределен, то он уже не по доброй воле совершен. Именно это они утверждают. И, кстати, когда мы говорим о истинной свободе, подлинной свободе, все это нуждается в обосновании. Потому что сторонники либертарной свободной воли считают, что подлинная свобода — это свобода в их понимании. Но опять же, это заявление о своей вере, а не аргументация своих убеждений, потому что нет никаких аргументов. Что ж, вы скажете, а не кажется ли вам, что компатибилизм содержит противоречие? Нет, мне не кажется. Если бы в нем было противоречие, я не смог бы его понять. Как я не могу понять, что такое женатый холостяк? Конечно, я могу произнести эту фразу, но если я задумаюсь и постараюсь понять, что это за человек, я не смогу. Но в случае с компатибилизмом совсем другая ситуация. Я думаю, вы это понимаете. Потому что мы уже дали определение. Ну и понятно, что либертарная свободная воля также возможна. В ней также не содержится противоречий, говоря другим языком. И мы это объяснили. И, конечно, вы можете с этим не соглашаться,
Но это не значит, что это непостижимая тайна, наподобие женатого холостяка. Поэтому оба этих взгляда возможны в том смысле, что в них нет внутренних противоречий. И все это означает, что оба они могут быть верны в описании поступков человека. Но мы пока не знаем, какое понимание на самом деле верное. И Писание нам не поможет, потому что Писание просто нам говорит, что люди свободны. И я согласен с тем, что Писание учит, что люди свободны, но Писание не проливает свет, не дает определения этой свободы. И какое же решение мне здесь принять? Что ж, быть может, Писание что-то еще нам раскрывает, что поможет сделать выбор. Стоит ли мне считать, что люди свободны в либертарном понимании свободной воли, или они свободны в компатибилистском понимании свободной воли? И вот здесь мы переходим к другому вопросу в этом обсуждении. Мы переводим наш взгляд с понятия свободной воли на вопрос о божественном суверенитете. Но прежде чем мы это сделаем, позвольте мне остановиться и сказать, если мы все согласны с тем, что люди свободны, то это означает, что некоторые модели проведения мы уже можем отвергнуть. Мы не можем принять те модели проведения, которые основаны на фатализме. Так? Потому что фатализм исключает свободу. И мы также не можем принять модели проведения, основанные на утверждениях крайнего детерминизма, потому что они также основаны на утверждении, что свободы нет. И это также означает, что парадоксальный детерминизм не может быть верен, потому что он также утверждает, что люди не свободны, потому что Бог, в свою очередь, всемогущий. Итак, а что же осталось? Что ж, умеренный детерминизм и соответствующая модель проведения, а также модели проведения, основанные на общей суверенности и на либертарном понимании свободной воли человека. Поэтому это то, что у нас осталось, и, в принципе, мы можем выбрать лишь из этого. В свете того, что говорит Писание о свободной воле человека, а именно, что люди действительно свободны, и это исключает определенные модели проведения. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу TV-семинария.